проекте «Подари детям жизнь» добрые, отзывчивые казахстанцы помогают детям, диагнозы которых неизлечимы в Казахстане. На сегодняшний день это уже 1800 детей и 2800 оплаченных операций и курсов лечения. Среди наших помощников авиакомпания Air Astana, на крыльях которой наши дети летят на лечение. Безусловно, есть родители, которым непосильно оплатить даже дорогу, и в этих случаях нас выручает Air Astana. Я хочу сказать огромное спасибо всей команде авиакомпании. Особенное спасибо сказать экипажам, которые очень по-доброму относятся к детям, которые зачастую летят в очень тяжелом состоянии, за то, что вы создаете все условия, и на ваших крыльях дети обретают надежду и шанс на излечение, на то, чтобы они были здоровыми, возвращаются в Казахстан. Все возможно только вместе, благодаря каждому, кто помогает, и в том числе чудо становится возможным благодаря нашей дружбе с авиакомпанией Air Astana. Здравствуйте, меня зовут Ольга Баязитова. Мы летали самолетом Air Astana в город Стамбул, Турция, с Ульяной на операцию. Перелет был у нас отличный, туда и обратно. За 2-3 дня, наверное, нам предоставили благотворительные билеты. В данный момент Уляша себя чувствует хорошо, бегает, играет. Вот мы ездили на площадке, игрались. Мы полетим в начальных числах января на обследование. В самолете было супер. Спасибо Air Astana.